Почему? Проблем. Скажите, почему вы без маски? Упала на спину. Будет огромная польза, потому что сейчас в данный момент ограничительные меры сохраняются. И приводит статистику Роспотребнадзор. Каждый день по 250 примерно заражаются граждан. Сегодня смотрели 247. И поэтому масочный режим, так называемый, сохраняется. Мы проводим данные рейды в целях защиты здоровья граждан в первую очередь. Водители и кондукторы обязаны быть на своей работе. Они же находятся, так сказать, на непосредственной работе, оказывают услугу в масках. И этим самым показывается пример для других граждан, что надевать маску в общественном месте, в общественном транспорте. Поэтому считаем, что эти меры очень эффективны. Будем продолжать их на регулярной основе. Расскажите, какая сумма штрафа и сколько уже собрано этих штрафов? Сумма штрафа назначается судьей. Мы составляем административный материал, направляем суд по месту задержания правонарушителя. Суд выписывает штраф от 1000 до 30 тысяч. За этот год текущий собрана где-то сумма в районе 100 тысяч штрафов. Это именно по области? По области, да. Ну, по нашим органам исполнительной власти. Мы статистику полиции не знаем, так сказать, ориентируемся только на свою статистику. Средний штраф где-то 15-10 тысяч. То есть это водители или это на юрлицах? Нет, на каждый, да, правонарушитель рассматривается отдельно. Все, значит, там административный штраф от 1000 до 30 тысяч. Поэтому все правонарушители наказываются судьей именно в таком порядке. Какая ну, в принципе, нарушают. Вот мы сейчас увидели, что водители нарушают, а вместе с ними пассажиры. Как я уже сказал, что водитель должен разъяснительную работу, во-первых, проводить и сам показывать пример, что он в маске. Остальные, я думаю, пассажиры, если увидят, что в маске, тоже наденут, потому что никто не отменял.